От звона фальшивых монет. Все, все! Я! Отбода парней на волне. Я устал заставлять себя вести по земле. Я устал от этого города. Но это город на моей спине. Леш, привет. Привет. Я вот хочу тебя как-то уменьшительно ласкательно называть. Могу? Ну, попробуй. Гуф, гуфик, гуфичик. Нормально? Ну, давай. Хорошо, гуфичик, скажи, пожалуйста, что ждать нам, ну, точнее, твоим фанатам в ближайшее время? В ближайшее время сегодня или вообще когда? В ближайшее время. Ну, за лето планируем записать со Слимом EP совместные гусли. Уже идет работа. Я что-то сольное делаю. Ну, как-то что-то делаем. Хорошо, а клип? Будет в скором времени? Какой-нибудь будет. По-любому. А там телочки будут нужны? А нужно, чтобы были нужны? Ну, нет, я у тебя спрашиваю. Это же твоя работа. Посмотрим. Не, ну если будут нужны, а какие туда будут нужны девочки? Они как-то сами находятся все время. Ну, как бы я тут стою не просто так. Я понимаю, подошла интервью взять. Ну, как бы, понимаешь намек, да? Ну, погнали. Ну вот, если вдруг что-то надо будет, ты уже знаешь, что вот черненькая там брала у тебя интервью с татуировкой, классная, рукав, да? Внимание, ага. Свяжемся, да, тогда? Давай. Хорошо, а как ты относишься к своим хейтерам? Я люблю их. Ну, как бы они должны быть, круто, что они есть. Хорошо, а какой ты раз выступаешь на Майдее? Третий, четвертый, наверное. Третий, мне кажется, больше, четвертый. Ты доволен всем? Ну да. Ну как-то здесь очень много, все рэперы собираются вместе, вот это там, а, там, привет. Брюнетки или блондинки? Брюнетки. Ну, я вообще как норм. Хорошо? Ну, тогда я для клипа подойду, да? Я думаю, да. Ну, ты смотри, ты пообещал, да? Хорошо? Чмокнемся, да? Мне нужна сумма. Мне надо большую. Что? Желаю бабла своему кошельку. Я бы подумал, что время трачу впустую. Это дерьмо надо делать и хуя.